Назначил свидание в кино. И все, и потом понеслось. Женька очень веселый. Ну, это было видно на первом свидании. Ну, и потом он постоянно меня веселит до сих пор. Она очень звонко смеется, жизнерадостная. Поэтому я решил, что... А почему бы не попробовать? У меня специфические шутки. То есть... Ну, не знаю, я его понимала всегда. И до сих пор все его шутки понимаю. Половина народа вообще не понимает, а я понимаю. Я просто написал на стене ВКонтакте, выходи за меня. А потом, когда ВКонтакт не работал, он постоянно мне писал сообщения в туалете на стене. То стихи, то признанием любви. Ну, то на зеркале еще писал. Каждый шаг либо вперед, либо назад, в зависимости от того, ну, как пара себя ведет и насколько они до брака действительно поняли друг друга. Когда в семье появляется ребенок, да, то есть главное осознавать, что он тебе даст хорошего и какие сложности, ну, как бы из этого действия появятся. Альбинка. А где она? А как она туда убежала? Мы даже скучаем, когда сидим рядом на работе. У нас получается так, что если у меня плохое настроение, он мне его. Он просто мне говорит, улыбнись. Ну, улыбнись и все. Я говорю, я не могу, улыбнись, все. Я улыбаюсь, и у меня сразу все как рукой сняло. Для меня быть счастливым, это если, ну, как бы, мужчина тебя любит. Я же для тебя крашусь, не для кого-то. И в спортзал хожу для тебя. Понимать друг друга, поддерживать, тогда будет счастье. Вот. А ребенок это уже, как если мы счастливы, да, это уже плюс и закрепляет наши отношения. Ну, так же и собака. Вообще, я обожаю нашу собаку и ребенка, конечно. У нас и отчество одинаково. При поездке за рубеж очень сильно улыбаются, да. При проходе через паспортный визовый контроль во всех странах. И такие, о, Женя, Женя.